Тем временем ЧП на юге страны. В Алматы жители города остались без электроэнергии. Такие крупные объекты, как метрополитен и аэропорт города, остались без света из-за аварии на подстанции ЛЭП-500, сообщает tengrinews.kz. По данным пресс-службы алматинского метро, из-за повреждения на подстанции остановились 3 состава поездов. По словам пресс-секретаря Айгуль Ешмагамбетовой, один состав не доехал до конечной станции Алатау. Сотрудники метро производили эвакуацию пассажиров. Точное их количество неизвестно. Паники нет, будем принимать меры сами. Ситуация находится под контролем руководства метрополитена. Произведено заземление, добавила Ешмагамбетова. Между тем, в управлении здравоохранения города Алматы сообщили, что электроснабжение в медучреждениях подается автономно. We'll be right back.